you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере Amazing Roleplay, первый сервер. И сегодня я хочу вам рассказать свежие новости про глобальное обновление. Поэтому обязательно поставьте лайк, и сразу хочу извиниться за свой голос. Как бы я сильно приболел, поэтому у меня немного странный голос, приболевший, короче. Но видосик как бы пилить нужно, поэтому как бы придется вам немного потерпеть мой такой голос. Ну что ж, погнали. Итак, думаю, вы все помните эти два видеоролика, которые выпустили Amazing про глобальное обновление. В скором времени должен выйти и третий видеоролик, как бы, про глобальное обновление. Они сделали в группе опрос, там, где спрашивают, какой вам видеоролик больше понравился. Оба, первый либо второй. Я, честно говоря, проголосовал за первый. Мне больше понравился первый видеоролик про глобальное обновление, чем второй. Не знаю, почему так, но мне что-то первый понравился. Там как-то более все прикольнее было, чем во втором. Но у каждого свое мнение, в принципе. Также они на Амазинге в официальной группе написали пост, то, что исправим все проблемы, типа, и откроем, типа, сервак. Короче... Вроде бы будет ОБТ, будет открытый бета-тест, так что мы всем сможем зайти на сервер и посмотреть обнову, потестировать ее. Но это не точно. Или точно. Или динах. Как бы, и я считаю, что это очень даже круто. Это прям очень круто. Потому что, блин, ну... Такое бывает, блин, редко. То, что ОБТ, как бы... На других проектах, тот же там Намальск, Радмир, они ОБТ не делают никогда. Поэтому Amazing делал, в прошлый раз делал ОБТ. Там не помню сколько, 4 дня, по-моему, сервер был открыт. Ну а думаю, в этот раз то же самое будет, как бы, то, что ОБТ сделают все-таки по-любому. Чтобы под нагрузкой проверить, как бы, все. Все баги и так далее. Поэтому это будет круто. Также вчера в час ночи Иван Иванов слил в свободную группу новые скриншоты по поводу глобального обновления. И сейчас я вам их покажу. Только покажу я их подробно вам, не в игре, не вставляя в видео, а именно выйду с игры сейчас и покажу вам подробно эти скрины. Так что погнали! Кстати, как только Иванов выложил скрины в свободную группу Амазинга, я сразу же их залил свою группу сразу же, поэтому подписывайтесь обязательно на группу, кто не подписан, чтобы не пропускать скриншоты, видосы и стримы. Погнали. Так, вот первый скриншот. Как я понял, будет фракция МЧС. Ну, по-любому, блин, будет фракция МЧС, потому что я не думаю, что это просто гараж. Я вот серьезно, блин, но как это круто выглядит, просто реально это очень круто выглядит, прям очень круто. Прям очень круто выглядит машина. Да, именно машина. Кстати, Иванов, наверное, уже, блин, прилась ему эта девушка. И он постоянно на скриншотах показывает. И это тоже. И это. Ладно, шучу. Это, не знаю, вроде бы это КамАЗ. Хотя... Хрен знает на самом деле. Но именно... Сам гараж, блин, какой же он пиздатый просто. Какой он проработанный. Просто... Так, хватит эту жопу показывать. Так, ну реально, блин, вот круто, даже вот эта херня горит. Ну реально, я думаю, это будет фракция. Все-таки. Все-таки думаю, это будет фракция. Как ни крути. Ну, блин, прикольно. Ну почему только одна машина? Может, сзади вот этой прекрасной леди стоит еще одна машина? Мы об этом-то не знаем. Может, вот здесь стоит машина еще. Не думаю, что она все-таки одна. Может, там, не знаю. Блин. Либо он ее просто заспавнил там. Может, на улице стоят машины. Ну, короче, вон инструменты такие, там, это, все дела. Ну, прикольно, прикольно. Так, следующий скриншот. Это у нас военная часть. Как мы помним, вроде бы в видосе
видосе, да, про глобальное обновление. Вроде показывают, что будет новая военная часть, как я понимаю. Вроде бы как. Но я точно не помню. И вот у нас показываются новые скины. То, что я заметил здесь, смотрите. Ну, понятно, что они здесь общаются. Это их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 человек их там, ни хера себе. Так, что я заметил? Что я заметил? Так, вон будут новые скины. Новые скины будут. Странно мне, конечно, автомат со спины торчит, но бывает. Я вообще не понимаю, что головы нету, бывает такой бах. Иногда, редко, конечно, бывает, но бывает. Короче, что я понял, оружие можно будет за спину, походу, ложить. И, как видите, у него дробаш в руке еще. И за спиной автомат. Это прикольно. Там вот пилот, новые скины, это все понятно, что новые скины будут, в принципе, их до этого и показывали. Я показывал тоже эти скины до этого. Как бы вон один чувак сидит, вот еще один, ну и вот три вояки. Андрей Волуна. Я не знаю, кто такой на самом деле, но выглядит довольно-таки прикольно на самом деле. Этот вертолет, по-моему, сейчас есть на Мазинге, ну в модпаке я имею в виду. Ну а скины будут новые, можно будет оружие за спину положить и дробашить, ну вы поняли, в принципе. Оружие вроде не заменено, как бы. Да, или заменено. Хрен его знает, оно тупо черное какое-то. Я не в курсе, не помню, оно такое самое в криминалке или нет. Без понятия на самом деле. Погнали дальше. Вот у нас последний скриншот. Это лесорубы. Лесорубы. Здесь у нас ящики показаны. Показаны ящики. И не только ящики. Показаны, короче, ящики. Я думаю, чтобы Иванов не стал просто так ящики, скрин ящиков делать. По-любому они с чем-то связаны, наверное. Они с чем-то связаны, это лесопилка, вот здесь какой-то станок стоит. Не знаю, поменяет ли местоположение, либо вообще изменят. Хотя, я думаю, видите, вот эта дорожка, сейчас есть такая дорожка тоже, сейчас на лесорубе. На лесорубах такая дорожка есть, как я помню, в принципе. Ну и больше ничего здесь такого удивительного не вижу. Это ангар обычный. Ну, в ангаре находится сейчас. Так, ящики, какой-то станок. Ну, особо непонятно ничего. В принципе, но радует то, что скриншотики иногда сливают. Это реально круто. Ну, на этом у меня все, в принципе. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить колокольчик. Ждите новых серий. И всем пока-пока. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.